Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme Narzo 10 сбросить все настройки до заводских с помощью настроек. Заходим в настройки, опускаемся вниз, нажимаем о телефоне, дополнительные настройки, создать резервную копию, перезагрузить, удалить все данные. Вводим пароль, и, как вы понимаете, все будет удалено, телефон будет как новый. Нажимаем удалить данные. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!